Метис Бонечка, мама Спаниель, папа Такса, по итогу красота. Малышка Боня, щенок, который живет еще 40 котами в домашнем мини-приюте 9 жизней. Нет, ее никто не обижает, а скорее наоборот, она проявляет интерес к окружающим ее хвостикам. В целом, она была в квартире полной других животных, так что страхов из-за большого количества окружающих его зверей у нее нет абсолютно. Сначала кошки были немного насторожены к щенорке, но позже даже пытались ее вылизать или покормить. Ну что делать? Немного неправильный котенок, не красавец, как они все. Ну и что? Ребенок есть ребенок, как говорится. Бонечка метис. Мама у нее спаниель, а папа такса. Она появилась не у разведенцев, а просто у безразличных людей. Животных много, а про стерилизацию или лечение питомцев они будто бы никогда и не слышали. Будет маленькая квартирная собачка. Главное, чтобы во взрослой жизни помесь генов не сказалась негативно, хотя сейчас она абсолютно здоровый щеночек. Кушает самостоятельно, девочка активная и игривая. По возрасту будет вакцинация и стерилизация. Напомним, на первой неделе января ей исполнился всего лишь один месяц. Еще, конечно, ей предстоит долгий путь. Первая прививка, вторая прививка, по возрасту стерилизация. Но, конечно, волонтер Влада очень надеется, что ручки для нее найдутся гораздо раньше. Девушка с радостью и сама сделает вакцину или передаст ее новым хозяевам. Это уже не столь важно. Она готова курировать и участвовать активно в жизни животного. Ведь ее жизнь началась в ужасном месте. Вы все, наверное, помните эти кадры с того места, где голодные собаки с облезлой шерстью и так далее. Мы очень не хотим, чтобы она повторила ужасную судьбу своих предшественников, поэтому давайте все вместе постараемся устроить ее счастье как можно быстрее.